Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке» New Life is My Life. Я пока один гонюсь за детьми, Маришка учится, а я гонюсь забирать их из школы. И хочу записать вам маленький видосик, так сказать, с продолжением. Речь пойдет о том, когда что-то, как говорится, пошло не так. В общем, многие блогеры там рассказывают, как в Америке только все хорошо, или как в Америке только все очень плохо. Вот. Наш же канал, скажем так, придерживается того, что мы просто показываем свою жизнь, показываем те случаи, которые случаются. Случаи случаются, каламбур такой, да? Вот. То есть, ну, просто быт. И не показываем только хорошие стороны или только плохие. В общем-то, хороших гораздо больше. Но вот иногда случаются такие небольшие казусы, как произошел тот случай, о котором я хочу рассказать. Заказали мы на eBay одну штуковину, о которой речь пойдет дальше. Получается, это посылка, которая должна была прийти к нам прямо под дверь. Скажу честно, eBay мне не очень нравится. Потому что, ну, он такой какой-то немножко, скажем, не знаю, не нравится мне его ни сайт, ни приложение. Какое-то все средневековое, средневековый сервис, возврат за счет покупателя, гарантия какая-то непонятно плавающая. В общем, с Амазоном это сравнить нельзя. То есть, если мы берем Амазон, пожалуйста, возврат бесплатный, возврат в любое время, гарантия на товар, поддержка и все такое прочее. Если мы хотим дешевый товар, мы идем на AliExpress, получаем дешевый товар, ну, соответственно, там нет гарантии какой-то туда-сюда, но мы и платим за это копейки. А eBay пытается продать дороже, чем Amazon, а сервиса никакого нету. И, в общем-то, вот опять же мы сталкиваемся с этим сервисом. Доставить посылку нам должен был FedEx. Что получилось? Прошел тот день, когда должна была быть посылка, посылки нету. Я не люблю отслеживать эти трекеры, я знаю, что товар, посылка должны прийти. Обычно меня, скажем так, не волнует, как это случится. Я знаю, что Amazon всегда присылает вовремя, Али гораздо раньше экспресс приходит назначенного времени. Вот. А тут этот eBay, блин, на eBay по полной программе, блин, раз и не пришел в нужный срок товар. Ну хорошо, ну посылка. Хорошо, ладно, что такое, блин, захожу я на сайтик, иду этому, пишу, блин, продавцу. Продавец мне присылает ответ только через день. Ой, там какой-то типа чисто у нас непонятка произошел, посылаем вам. Ну ёшкин кот, блин, ну, ребята, я ждал гораздо раньше, блин. Ну ладно, это такой был подарок, не подарок, короче. Просто хотели, чтобы ко дню рождения Сашки пришло. Короче, нифига не пришло. Послали. Ладно, хорошо, ждем еще, блин, сидим недельку. Ждем, пожидаем, блин. Как раз так получилось, что это была среда. Я плавал где-то в бассейне. Телефона, конечно, я не слышал, я без телефона плаваю. Зачем мне плавать с телефоном? Выхожу я с бассейна, блин, смотрю на телефон, курьер приходил. А у нас система такая, security building. То есть, курьер звонит на телефон тому, кому надо. Тот, кто надо, открывает дверь, курьер заходит, оставляет посылку. Получается, он мне не дозвонился. Обычно что происходит в такой ситуации? Обычно в такой ситуации курьер возвращается либо в этот день, либо на следующий день, в другое время. И вопрос решен. Проходит следующий день, проходит еще день. И, короче, уже как-то я уже напрягся, блин, думаю, давай уже подвози как-то. И тут, блин, звонит мне в субботу, я сплю после ночной. Чувак с этого Фидекса звонит и говорит: курьер приезжал 3 раза, вас ни разу дома не было, идите забирайте, блин, на этом, на Фидексе. Приз непонятно куда, забирай свою посылку. Я попытался ему объяснить, что, ребята, так бизнес не делается, блин. Как-то я не вижу, чтобы кто-то приходил, потому что у меня конкретно пропущенный один от курьера.
а больше их не было. А он мне начинает парить, что приходил вот в такие дни. И, в общем, получается, что Америка — это страна сервиса. Здесь настолько сервис решает все. То есть ты всегда четко знаешь, где тебя примут, где тебя принесут, где тебе зайти, выйти. Все по часикам, все четко. И причем, когда ты живешь вот в режиме этого напряжного такого времени, когда у тебя все расписано, вот такие вот косяки, они выбивают из струи. То есть сейчас я должен ехать на этот FedEx и пытаться там, блин, забрать эту посылку. Сколько времени я потрачу, не знаю. Благо он рядом, тут через дорогу находится, где мы живем. Но тем не менее, факт остается фактом. Я расстроен. Как говорится, я заказываю по дверь, а мне надо за этой дверью куда-то ехать. Вот такой вот получается косяк. Когда человек находится не на своем месте, из-за этого страдает компания, потому что мы сейчас напишем фидбэк, то есть, грубо говоря, ревью хотел сказать, то есть отзыв напишем плохой. Попытаемся узнать имя этого человека, потому что, ну, не надо врать. Они, ну, он хитрит просто. Он приехал один раз, не смог отдать, повозил два дня за собой эту посылку и скинул ее на базу. Ты же заедь второй раз возьми. Раз ты не можешь это сделать, значит, получай отзыв такой. А что делать? Америка — это страна обязательств и отзывов, и все такое прочее. Вот. Вот по поводу того, что как бывает, когда человек находится не на своем месте. А в продолжении мы посмотрим, вернее, вы посмотрите, а мы вам покажем то, что мы заказали.